Ну а перед началом этого видеоролика, дорогие друзья, передаю привет Егору 5К, Руслану Везекилу, Вадиму Лада Приора, Анвару Лил Кайдану, Закиру Умпалумпи Генгу, Ильназу Шкоди Октавия, Ильхаму Мелкому, Никите Тайбою, Бахтияру Беззубому, Карлосу, Салавату Черному, Старости Владу Легенде Клэш Рояля, Полине Мяукиной, Джонни Вязинину, Булатову Билалу Легенде Бравла, А4 Лайту, Помидорычу. Поздравляю Романа с днем рождения, желаю тебе крепкого здоровья. А также передаю привет Ибрагиму The Фейкеру, Легенде Паше, Три Баби, Насу Аскарову, ну и конечно же тебе, дорогой Владушка Деда Тереня, огромный тебе привет. Привет вам большой, ребята, от меня. И всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Паша. И в этом видеоролике я вам расскажу, как же расстегнуть ширинку за 5 секунд. Итак, приступим. Ширинка чаще всего бывает на джинсах. Вот ширинка, смотрите. И у ширинки есть так называемая молния, которая расстегивается и точно так же застегивается. На ютубе я увидел недавно видеоролик, как застегнуть ширинку. Но как ее расстегнуть, я не нашел, поэтому я вам сейчас это покажу. Итак, приступим. Расстегиваем ширинку за 5 секунд. Смотрите. Все, мы расстегнули ширинку. Показываю еще раз на всякий случай. Один раз. Второй, то есть. 3, 2, 1. Поехали. Вот. Все. Больше никаких лишних действий не надо делать. Если остались какие-то вопросы, задавайте обязательно в комментариях, я отвечу. Ну ладно, огромнейшее спасибо всем большое за просмотр. Я вам, как всегда, желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия. Никогда не болейте, храни вас Господь и Аллах. Всем удачи и всем пока-пока, дорогие друзья. Пока, до встречи!